Жители трех многоэтажек по улице Ленина, детсад номер 10 и ТЦП остались без водоснабжения. Заявка о том, что во дворе домов под землей бьет фонтан, поступила в водоканал от службы 115. На место ЧП незамедлительно выехала служба, обеспечивающая водоснабжение. Фонтан был локализован, специалисты приступили к устранению аварии. Предварительно по данной тече определяем, что это будет полом чугунных сетей водоснабжения от перепада температур. То есть то плюс, то минус, ну, все, погодные условия. Из-за этого земля просела и даванула нашу трубу. Организован подвоз воды, цистерна стоит между домами Ленина 22-22А. По мере необходимости будем людям подвозить, это если надо будет, это кому-то инвалидам. Как прокомментировали специалисты Солигорского водоканала, к вечеру в дома солигорчан поступит водоснабжение.